Чего только не придумывали люди, чтобы узнать правду. Например, в древнем Китае человеку давали подержать во рту сухой рис и при этом сообщали, в каком преступлении его обвиняют. Потом проверяли рис. Если рис оставался сухим, человек признавался виновным. В древней Индии, отвечая на вопросы судьи, человек должен был стучать в гонг. Если он начинал стучать громче, то считалось, что он хочет скрыть правду. А в Европе, если один рыцарь обвинял другого во лжи, они просто дрались на поединке. И кто побеждал, того и правда. Да, скрыть правду нелегко, а узнать ее еще труднее.